Всем привет, дорогие друзья, с вами Голдман, и сегодня мы с вами поиграем в мультиплеерный проект к игре Stalkers of Pripyat под названием Online Project Revival. Суть заключается в том, что мы играем за простого сталкера в зоне, который должен выжить как можно дольше. На своем пути мы можем собрать отряд или даже целую группировку. Как вам такое? И сегодня я собрал отряд, с которым проведу первую ходку. Ну все, спойлерить больше не буду, смотри видео и узнай, что будет дальше. А если тут впервые, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком, мне будет приятно. Приятного просмотра, мой друг, и не забудь вступить в группу данного мода. Ссылки все есть в описании. Приятного просмотра. Так, смотри, я зашел за наемников, как я понимаю. То есть, видите, я синенький. Ладно, давай выберем себе челика вот такого злого, такого прям уф. Так, у нас есть 850 рублей. В принципе, мы можем себе что-нибудь прикупить, наверное. То есть, нам надо покупать, допустим, что-нибудь вот такое, да? А, ну давай вот так сделаем тогда. У нас, в принципе, купим себе так много, да, будет. Нет, давай лучше глушак. Нельзя. Тогда давай сначала, подожди, давай сначала купим глушитель, потом уже, нельзя купить глушитель, да? Ну-ка, а если отдать? А это нельзя отдать, а нет, тогда можно отдать, подожди. Короче, ладно, давай вот так, наверное, начнем, окей? Так, я в зоне, друзья, я в зоне. Так, смотри, сталкеры куда-то побежали, друзья, давай с ним пойдем. Кто вы вообще такие? Привет, братан, как дела, Дегтярев? Не знаю, как вам помахать. Здорово, это Черный Ворон. Сейчас, это ты на... Кадовске. Ну-ка, что он мне ответит, интересно? Черный Ворон, давай. Привет, давай напишем ему тоже в ответ. Че, пойдем, братан? Мой друг появился или че ли он? Как он? Как тебя звать? Голдмун меня зовут, а тебя? Нормально, пацаны, знакомство в сталкере. Я помню тебя, в смысле, откуда? Откуда ты меня помнишь? Что? Откуда он меня помнит? Это, как понимаю, это он и есть, который в чат пишет, челик, я поищу у себя. Нет, мы с тобой бегали в чат. Что? Нет, нет. Я впервые. Ты кого смотришь? Ладно, давай будем грамотно писать. Просто, ну я как бы, я не могу воспользоваться ситуацией, типа не пропиарить свой канал, друзья. Просто заводим знакомство в Stalker Online, просто, друзья. Сейчас Нособотов напишет Фодара, Кубельвиля, Мануэля, ну Фрауна, возможно. Мануэля, но он стал говно. Я говорю же. Давай пойдем туда, куда он нас сейчас позовет, и будем искать нежелых приключений. Гос, сначала ты продашь берету, возьми ПМ, он убойный. Все, я готов. С вами Варик тусить? Го, конечно, Варик, братан, погнали, ребят, погнали. Пойдем. Куда идем? Тут есть враги. Пацаны, нормально, да? Я потом в конце скажу, что блогеру надо, и чтобы они ролик посмотрели, короче. Куда идем? Ну, да, посмотрим по карте, куда можно пойти. Я не знаю даже. Давай на ВНЗ махнем. Го на ВНЗ. Все, погнали, пацаны, погнали, побежали. Есть голосовой чат, пацаны. Натуре, а то как-то знаете? Нет. Видите голосовой чат, так проще будет общаться. Но, в принципе, элемент РП. А куда побежали-то? ВНЗ же не там. Ладно, давай будем бежать за ними. Чего бы нет? Там нет ВНЗ же вроде, ребят. ВНЗ в другом месте находится. Ладно, давай бежим за нашим лидером, за нашим полководцем, потому что, блядь, он уже опытный бродяга, который, не знаю, тут бегает уже долго, не знаю, хотя вроде как только вчера обновление вышло. Ладно, фиксит. Слушай, он что, арт собрался искать, что ли? Че? Ладно, давай бежим за ним. И чё мы сюда пришли? Тут есть аномалии вообще, как думаете? Есть аномалии. Ну, вон ВНЗ, ребят, виднеется, отлично. Так, давай спросим. Тут есть враги. Тут есть враги. Я не знаю, я привык просто писать, что у меня на смерочке знак вопроса. Тут есть враги, пишет да. Окей. Мутанты. Хорошо, ладно. Мутантов это поубивать это нормально. Мутантов будем гасить, окей. Ну слушай, ну по идее, на ВНЗ должны быть кровососы, наверное, потому что. Кого-то увидел? Парни. Все хорошо. По идее, должны быть там кровососы, потому что все-таки, ну, в ЗП по ору игры там логово их, и здесь было бы неплохо, если бы там их дофига доспавнилось, но, в принципе, у меня оружие не очень подходящее для кровососов, хотя, смотри, у меня тут... А, это... А, повреждение, нифига себе! Нифига так-то у меня тут повреждение, ой, это валуны, друзья. Нормально, нормально. Кого? Мутантов, друзья, мутантов увидели, пацаны, мутантов, вали! Мутантов бей! Кабаны побежали, смотри, посмотри, кабаны бегут! Димастер! Димастер! Убили. Так, подобрал он, в принципе, ладно. Минус кабан. Что он показывает? Он что-то хотел написать мне сейчас? А, он...
Окей, окей, я понял, все. Он мне скидывает, типа, набор, держи, прода. Окей, окей. Че, они пытаются то Никита фото найти, ребята? Нет, тут нет, вы че, серьезно? Ну, слушай, было бы неплохо, если бы были за кровосос здесь, было бы, во всяком случае, интереснее бегать. Ладно, пока бегаем по локации, смотрим, что это вообще такое, но, в принципе, блин, ну, прикольно, прикольно, мне уже нравится, кстати. Тут нужно еще какого-то контента добавить, в принципе, идея очень классная. Он провалился, он провалился. Ну, с ними нельзя, да, перестрелку устраивать? Ну, типа, можно, но, типа, бессмысленно это будет. Типа, зачем? Давай мы сейчас напишем. Все, кто на ВНЗ попадут... на видео в Ютубе. А сейчас посмотрим на их реакцию, что они сейчас мне напишут, потому что, блин, ну, кек пишет. Лазовых суд какой-то, ладно. Ну, а хз на самом деле, кто тут из них мне сейчас напишет, но я только один написал, в всяком случае. Прикинь, сейчас вообще сейчас весь сервер стянется на ВНЗ. Но, в принципе, на ВНЗ никого нет, поэтому можно в какое-нибудь другое место пойти. А, они тут одинаковые, смотри, они тут одинаковые. Го на... железо, так, что они же поймут, надеюсь, что что-то гон на железный лес, типа. Слушай, по-моему, это есть тут весь сервер, по-моему. Тут не так много людей играет, тут 8 человек играет, поэтому... Окей, давай с ними дальше пойдем, но, в принципе... Че, он бы нормально угодил, что ли? Что это? А, что это? Что ты делаешь? Откуда? Че за следы? Воу, а че за следы? Ой, химическая аномалия, ёптедрота, но... А че ты... Сейчас на дерево полезет, да? Мне кажется, ли этот соснодуб больше стал? Вот я ее видел. Так, главное, по тебе не пальнуть. Так, там хим, я не хочу в хим лезть. Я, если в хим полезу, меня сдохну, мне кажется, сразу же. Да, видишь, как я быстро умираю от хим. Так, давай хотя бы кого-то завалим в этой жизни, не знаю. Ну, помог, надеюсь, чуть-чуть хотя бы завалить. А в всяком случае, я попал точно, поэтому нормально. Эй, подожди меня. Вот там у нас чел активный, капец, видите, что он делает? Он прям бегает так, не знаю, прям активно, уф, активист. А че он какой-то, что это такое у тебя? Спасибо. Мужик, ну как я понимаю, эти глаза можно будет потом продать и что-нибудь купить, да, на них, ладно. Че он делает? Ну пойдем тогда сходим, в принципе. Слушай, было бы неплохо псевдоши завалить, кстати, мне кажется. Было бы вообще идеально. Было бы вообще идеально, если бы псевдоши завалить. Так, я понимаю, вот здесь можно как-то поторговать, да? Нет? Нет, нельзя. Жаль, ладно. Вот, смотри, здесь не пусто, нифига ведь. А че все сюда бегут-то, ё-моё? Такое, не идите в ту комнату, пишет. Давай спросим, почему? Говорит, не идите. Ну, давай спросим, может быть, действительно не стоит туда идти, хотя что там опасного? Может, там выхода просто нету? А где много мутантов? Ой, чуть не упал. Так, ладно, где много мутантов? Как... Что происходит? Вы по кому? Короче, я пошел на заправку. Блин, а вот прикиньте, если бы добавили сюда Battle Royale. Вот серьезно. Просто добавили бы Battle Royale даже с той же зоны, допустим, какой-нибудь радиации, только вот радиация, знаешь, тебя убивает, короче, то есть начинается все так же, типа такой же кружочек, вот тупо даже визуально как-то можно его нарисовать, допустим, вот, таймер там, это же все сталкеры реально сделать, слушай, они уже здесь, ничего себе, вот, и, ну, в общем, как в PUBG, в общем, вы поняли, да, ну, игроков, допустим, ну, не знаю, 10-15, мне кажется, от силы достаточно будет вполне себе, ну, 20, возможно, вот реально, ребят, неплохая, мне кажется, идея была бы с Battle Royale, серьезно говорю, как только 10 челиков собралось, и, после чего вот, автоматически себя спавнится в рандомном месте, абсолютно в рандомном месте, типа. Реализовать вертолет в этой игре, мне кажется, сложно, типа, ну, самолет, как бы, аэродропы тоже сложно реализовать. Но вот подобие Battle Royale было бы, ребята, очень неплохо. Потому что, мне кажется, там есть норки, но хотя, мне кажется, тут так не работает, типа, если тут в оригинале были мутанты, то здесь их нет особо, вот как мне кажется, опять же, может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Так, давай по очереди, давай первый попробую сейчас как-то тут спрыгнуть аккуратненько. Оу! Не сильно, ладно, нормально. Нормалек. Он убился? Нет, не убился, фух. Ёбаный в рот! Ребят, ты убил...